В 2006 году в Алматы была подготовлена к выпуску книга «Казах Киимы» известного государственного и общественного деятеля Узбекали Жанбекова. В 1935 году родился поэт, народный писатель Казахстана, лауреат премии «Тарлан», Государственной премии Республики Казахстан Кадыр Мырзали. Сто лет назад родилась певица, народная артистка Казахстана Рабига Есмжанова. Репертуар певицы был богат и разнообразен. Постоянно совершенствуя свое мастерство, она исполняла произведения народных акынов. Января 1933 года началось строительство одного из самых известных в мире мостов над Тихоокеанским проливом «Золотые ворота». Автор проекта – инженер Джозеф Штраус. В 1875 году открылось здание Национального оперного театра «Гранд-Опера» в Париже. Государственный оперный театр – крупнейший центр французской музыкально-театральной культуры. В момент своего основания назывался «Королевской академией музыки».